Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. А перед началом ролика хотел бы посоветовать вам канал Enil Show. Это новый канал Тимохи Домино. Он снимает наш любимый Мазинхи и не только. Снимает разные разговорные видео, делает стримы, поэтому, пацаны, ссылочка на его канал будет в описании. Обязательно подписывайтесь, давайте его поддержим. Ему совсем немножко осталось до 1000 подписчиков. Давайте поможем ему выполнить эту цель, апнуть 1000 подписчиков. Реально, просто годный канал, подписывайтесь. Повторю, ссылочка в описании. Давайте поможем ему набрать 1000 подписчиков. И смотрите. Мотивируем его, чтобы он почаще снимал серии и делал стримы. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гей. Мы сегодня с новой серией. Серия будет довольно-таки интересной, потому что в этой серии я покажу, сколько принес нам наш семейный бизнес СТО за месяц. Я уже владею этим бизнесом месяц, и поэтому мне есть что вам рассказать и показать. А именно я покажу, сколько, именно какая сумма вышла за месяц. Сколько заработали, куда ушли деньги там и так далее. Все я это расскажу и покажу в этом видео. Также я хотел бы напомнить, что у меня есть свой промокод. Пишите вместе капсом Кирилл Гейм. На 5 уровне вы получите 50 тысяч, на 10 уровне вы получите 100 тысяч. То есть в общей сумме вы получите 150 тысяч. Мой промокод можно вводить на любом серии Мазинхоли Плей. Кто не смотрел вторую серию «Тачка на прокачку», советую всем посмотреть, потому что там лайков много, а почему-то просмотров мало. Поэтому, кто еще не смотрел, ссылку на это видео я оставлю в описании. Переходите, смотрите. Также хотел бы напомнить, что у нас проходит конкурс в рупе на машину Lada Priora в полном тюнинге на первом серваке. Ссылка на конкурс также будет в описании, поэтому, кто хочет себе машину в полном тюнинге неплохую, то переходите просто по ссылке, участвуйте. Условия очень простые, а итоги будут уже совсем скоро. Желаю вам всем приятного просмотра. И также извиняюсь за долгое начало. Ну что ж, вот я уже доехал до 100, именно здесь я буду рассказывать вам, сколько бизнес принес за месяц и куда пошли деньги. Но перед этим я хотел бы напомнить, где он находится, возможно кто-то забыл, либо кто-то не знает. Пишите GPS, потом убираете 6 пункт бизнеса, убираете 5 пункт СТО и вот 33 бизнес, СТО Family Кирилл Гейм, именно это СТО нашей семьи. Также есть СТО в Южном, но это СТО получается моего друга, моего заместителя Джонни Прайд в принципе. Можете ездить либо в Арзамас, либо в Южный, как бы без разницы. Давайте я вам вообще напомню, за сколько я купил этот бизнес для семьи. Купил я его за 100 миллионов, и также я дал машину, получается, Mercedes E63 с номерами 3E 3 единицы. То есть я дал свой Mercedes. Итого это, грубо говоря, вышло 150 миллионов. За 150 миллионов мы купили этот вот бизнес для семьи. Также я вам хотел бы сказать о том, что, помните, я продал свой Audi R8 с номерами AMR T9, и этот человек меня наебал. Он не дал мне деньги, короче, если вы хотите... хотите, то я могу снять отдельное видео, где я расскажу, как он меня наебал, почему он меня наебал, что это вообще за человек был там и так далее. Пишите в комментариях, и если вы этого хотите, то лайкайте комментарии, если кто-то об этом уже написал. Итак, давайте перейдем к самому главному, чтобы не затягивать видео, это сколько бизнес принес за месяц. Я владею этим бизнесом месяц, именно сегодня получается месяц, как я владею этим бизнесом. И я посчитал, сколько принес этот бизнес за месяц. Принес этот бизнес за месяц 31 миллион 392 тысячи. Ну и там несколько рублей. У вас будет на экране скриншот, в принципе. Я специально считал на калькуляторе, чтобы было все максимально точно. Поэтому вот такая вот сумма вышла, пацаны. То есть уже четверть бизнеса, грубо говоря, мы окупили. То есть примерно за еще 2-3 месяца мы полностью окупим бизнес и уже будем идти в плюс. Большое именно спасибо тем, кто ездит именно вот это в СТО. Вот оно получается на мне находится. Но все равно это СТО нашей семьи. Считается, это семейный бизнес, находится он в Арзамасе. Реально очень большое спасибо всем, кто ездит в этот бизнес, просто если бы не вы, то прибыли бы не было. Реально большое спасибо всем, кто ездит сюда. Куда ушли деньги? Я думаю, самое интересное это то, что типа куда ушли бабки. Ты, наверное, все себе забираешь там и так далее, но не все так просто, пацаны. Большая часть денег этих, то есть 30 миллионов, давайте округлим, просто 30 миллионов ушли на улучшение бизнеса. Что было улучшено? Получается, давайте я вам покажу.
получается, вот, изменения и... А, вам здесь я лучше не смогу показать. Ну, короче, был куплен маркер, чтобы на карте показывался, вот, чтобы на мини-карте, короче, показывался бизнес. Вот это было куплено улучшение. В каталог добавить было куплено улучшение. Было куплено улучшение, это, извини, название бизнеса. И больше всего денег ушло, пацаны, это именно, получается, на расширение товаров. Вот, я, получается, купил 5000 единиц товаров, то есть улучшил. Было 1000, теперь я сделал 6000. 500 единиц улучшить, это стоит 850 тысяч. Я улучшил, получается, товары 10 раз. Это вышло 8 миллионов 500 тысяч. То есть, примерно 10, может быть, больше миллионов ушло именно на улучшение бизнеса. Также 5 миллионов ушло на то, чтобы отдать просто-напросто долг за бизнес. Как вы помните, я сначала отдал 95 миллионов за бизнес, и 5 миллионов должен был еще отдать. Я все-таки эти деньги ему отдал. Куда делись остальные там 15 миллионов? Остальные 15 миллионов это ушли, получается, еще на оплату бизнеса, потому что в день за него нужно платить 25 тысяч. Это довольно-таки немало. Ну и немножко денег, понятное дело, я взял себе. Также я из бизнеса беру деньги в... проект «Тачка на прокачку». Я на самом деле рейсы катаю, то есть половину денег я беру из бизнеса и половину денег я зарабатываю сам. На минуточку, у меня уже почти 45-й скилл дальнобойщика, поэтому, пацаны, бабки как бы я зарабатываю в основном сам на дальнобойщиках. Не думайте, что я просто деньги забираю с бизнеса и все, и ничего не делаю. Я катаю рейсы на своей фуре, зарабатываю деньги, и мне этого хватает. Просто «Тачка на прокачку» довольно-таки дорогое шоу, затратное, поэтому приходится деньги брать еще из бизнеса. Я думаю, вы меня должны понимать. Я думаю, самый, наверное, интересный вопрос, когда я куплю уже машину для семьи. Как бы я мог бы покупать по одной машине, но я считаю, это будет неправильно. Лучше дождаться, когда выйдет уже летний модпак. Уже летний официальный модпак выйдет, там будут новые машины, и тогда уже можно будет покупать тачки. Я вообще такой, чтобы взять, накопить там 50-100 миллионов, и уже потом за раз купить новые машины. Ну что ж, на этом я буду заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Давайте я вам финку напоследок покажу, а то вдруг мне не поверит, что бизнес принес только денег. Вот, финансовая статистика. Финка здесь совершенно раз. Вот, в первый день бизнес принес 4,5 миллиона, пацаны. Это просто пиздец, я был реально в шоке. Ну, а вот здесь в основном такая финка. Там миллион, там 700 тысяч. Ну, мне на самом деле очень нравится. Я не жалею, что купил этот бизнес. Это действительно прибыльный бизнес. 30 миллионов в месяц, это довольно-таки неплохо. И надеюсь, такая финка будет каждый месяц. Все, всем спасибо за просмотр. Переезжайте в наш бизнес, вводите мой промокод. Участвуйте в конкурсе на приору. Ссылки все есть в описании. Еще раз большое спасибо всем, кто приезжают в бизнес, там, ставить тюнинг, тюниться и так далее. Реально вам большое спасибо. Все, пацаны, всем пока-пока.